Эрики. Здорово, приветствую. Все, дождались меня? Сами тебя интервью берете? Нет, зачем? Вообще не интервью, просто на премьеру пришел, видео поснимать. Как, кстати, там уже телевидение стоит. А, телевидение это телевидение. Ну они пришли, потому что людей было полно. Полно было вчера, но не секунду. Вчера было... О, как кстати, люди отзываются? Хорошо, но отзываются как те, кто вышли с фуршетом, те же самые актеры. Хорошо отзывается. Я сейчас посмотрела ролик, посмеялась. Мне понравился. Очень хорошо. Да. Сейчас придем, посмотрим. Я вообще люблю, что участие в видео смотрю. К которому я немного критически отношусь пока, еще не посмотрев фильм, но в анонсе был кадр, где учитель говорит своему ученику, что если ты не знаешь калмыцкий язык, значит ты не патриот. Я не знаю пока что калмыцкий язык, но я патриот. Но я учу его. Отсюда я поеду в Курум на курсы бесплатного калмыцкого языка. Сейчас я посмотрю этот фрагмент, возможно, я его критически рассматриваю пока, не увидев полностью сюжет. Вишня. Ну, сегодня мы будем культивировать вишню. Вишню. Чтобы превратилась? В черешню. Она уже он олеет губы. От слова аллея на 7-м микрорайоне. Кстати, открытие было 30 числа. Да. Как вам вообще сам фильм? Фильм сам мне понравился, естественно. Как он может... Как я могу к нему относиться плохо? То есть, этот фильм, конечно, много времени потрачено, много силы, поэтому он для меня всегда, даже бы, в любом случае, был бы... Я не мог бы о нем плохо говорить, короче говоря. Вот, поэтому я не знаю, что сказать. Я не считаю себя там режиссером, как бы это просто такие правила в титрах, что нужно указывать. Ну вот я... С какими самыми главными, наверное, сложностями вы столкнулись в процессе создания там, фильма? Ну, сложностей много на самом деле. И в каждых моментах, там, будь то съемки, монтаж, там, бумаги, сценарии, там везде были сложности. У нас мы же не профессионалы, мы только пошли и узнавали многие вещи на ходу. Вот так, как надо, сценарий вот так должен быть писаться, там, и многих таких вещей, которые для нас были сложны на самом деле. Вот. Вчера посмотрели, людям понравилось. Ну, вчера были, я думаю, все-таки люди как-то позитивно к нам настроены, которые нас знают, может быть, и бесплатно, и пригласительные, может, как-то сыграли. Ну, я уверен, что и сегодня, завтра будут появляться люди, которым не понравилось кино, там, или какие-то моменты им не нравятся, там, не так, не зашло, как вчера. Поэтому я знаю, что будут и люди обратно говорить, поэтому... Кому-то понравится, кому-то нет. Главное, чтобы вы не ждали, там, ну, не искали какие-то ошибки, да, просто посмотрели комедию, там, шутки, чтобы не пытались, короче говоря, вот... Короче, выключите кинокритика, посмотрите кино. Потому что если вы включите кинокритика, ну там, блин, вы просто вот так будете разойдете. Не, ну на самом деле это все ерунда. Я считаю, что если делается что-то подобного рода, это очень классно. И придет время, и мы будем делать очень крутые, классные фильмы, да, своими силами, да, даже не имея там, на образование, потому что мы знакомы с режиссерами, великими режиссерами, которые ну, не имеют образования. На самом деле нам нужно просто время, чтобы нас никто не отвлекал, там ничто не отвлекало, знаете, чтобы творческие люди, они какое-то время поработали, чтобы им просто помогали, вот материально люди, там обстановка, чтобы была такая, и все нормально будет. Я еще один вопрос упреждаю, там, события, все, вторая часть будет? Да, вторая часть будет, конечно, мы уже ее пишем. Манджик в армии? Манджик в армии, да, Манджик в армии. Но мы там как бы, из-за того, что он в армии, тоже пришлось ускориться. Вот. Ну, вторую часть мы планируем обязательно, потому что не хочется, чтобы долго вы ждали, ну, кому понравится. Как по поводу сборов? Блин, сами не знаю, честно говоря. Не-не-не, почему только один кинотеатр? Почему? Потому что, когда мы обращались в другие кинотеатры, мы и в Дружбе тоже, ну во всех элистинских кинотеатрах, мы не сразу встретили, как сказать, были приняты с распростертыми руками, да? Давайте, конечно, заходить. Потому что, ну, наверное, люди не понимали, что до конца это будет, что за видео. Мне кажется, вы просто выбрали неудачный момент, просто если бы вы обратились бы этот. Сейчас идет крутая премьера, которая называется «Холодное сердце». «Холодное сердце», вторая часть. То есть вы вышли конкурировать с этим фильмом. Да, это очень неправильно, выбор времени. Надо было кино этот посмотреть, график, можно было удвинуться. Мы хотели же в ноябре, мы писали в ноябре, мы хотели в ноябре успеть все это сделать. И там как раз, по-моему, был «Терминатор», выходил фильм «Терминатор», и мы хотели с «Терминатором» посмотреть. Это как бы звучит так, на самом деле. На самом деле феномен якутского кино, вы же знаете, да? То есть выходит фильм якутский и фильм «Мстители». «Мстители» остается по сборам в Якутии, проигрывает, ты представляешь? То есть якутское кино набирает аншлаги, полные залы во всех кинотеатрах, но там голливудские блокбастеры не стреляют. Блин, классно, я рад за якутов и за Якутию. Если цель развития. Регион, у нас поменьше людей. Выходили ли вы на районы? Конечно. В районах есть же кинотеатры, конечно. Вы можете смотреть. Мы изначально планировали показ по всей Калмыкии, то есть не в Элисте, просто так сложились обстоятельства, связанные с бумагами, с прокатным удостоверением, с тем, что люди, наверное, не понимали, что это фильм, полный фильм, там они не были готовы к диалогу, короче. А сейчас мы разговариваем и с «Октябрем», и в «Дружбе» прокат будет, и в районах Калмыкии тоже будут. Мы хотим хотим и в селы заезжать, то есть найти какую-нибудь установку прокатную, ты знаешь, и ездить по селам, показывать людям, даже там, где нет кинотеатра. В общем, хотелось бы всем, короче, показать фильм. И, естественно, Москва, Питер. Мы хотим везде. Вот тебя, кстати, смотрят люди с Америки. Мы хотим в Америку и в Чехию, и там мы готовы, короче, в любое место, где есть земляки, землячество. Хотим, чтобы все посмотрели. И не знаю, и потом дальше. Бюджет следующего фильма будет формироваться от проката с сегодняшнего. И второе кино мы хотим сделать уже лучше. То есть первое кино мы посмотрели, там и есть, мы недочеты видим свои, короче, сценарные, там, графические. Сколько потратили денег на создание фильма? Я тебе не скажу, сколько денег. Я отвечал за съемочный, там, короче, в деньги я не лез. То есть я знаю, что вначале мы потратили. Начинается. Разговаривали, какая разница, правильно, неправильно. Главное, говорить же надо. Калмык үлгүрүнөт. Мичктет. Ода питатынды калмык үлгүр келине. Орчолтын. Болсын булык. Кен орчолна. Кен метне. А что с этими? С актерами как сейчас встреча? Вчера только была, видимо. Нет, он говорит, всегда надо встречаться. Абаир сам в армии, у Санчика сегодня день рождения. И вот они. Для тебя это понятно, что для тебя это... Я такого не говорю, ты сам сказал. Для творческих людей. Я таких слов вообще не говорю. Ты сам решил. Что-то будет встреча с вами? Все, уже взяли фильм, включили. Да, должно быть встреча. Можешь спросить, мы тебе что-нибудь ответим. Давайте с вами поговорим, да? Спасибо. Ваше впечатление? Впечатление ваше от фильма, давайте выйдем. Фильм очень понравился, мне кажется, надо его крутить, как мы говорили, в селах, особенно школьникам, чтобы показать. Слов нет, хорошо. Все, спасибо большое. Говори. Комментарии ваши? Очень понравилось. Сейчас пока мало, потому что не знаю, что это мало ходит. Сегодня просто понедельник. Девочки, а ну-ка, пару слов. Ваше впечатление от фильма? Очень классно. Самую интересную мысль, фабулу уловили фильма? Да. Какая? Забываем калмыцкий язык. Правильно. Большое спасибо. Кто вам понравился, какой герой вам больше всего? Манджик, ладно, он стопудово, а кроме Манджика еще кто понравился? Бабушка. Девушка, да? Девушка, Геляна. А, сотрудница банка? Нет, Людок. Все, да. Одноклассница, спасибо большое. Вам спасибо. Короче, вот. Нам еще непривычно, мы не знаемся, как вести. Вот. В каком плане? Ну, вот в плане. Вчера вот здесь мы выступали, когда примерно. Я поплыл вообще. Я поплыл из-за того, что родственники сидели. Из-за этого. Ну, девушка со мной сидела, она расплакалась. Да. Угу. Ну, девчонкам, да, девчонкам, да. Момент был. Так-то... Не, на самом деле мы тоже... Потому что учитель говорит, да, сохранили. На самом деле мы тоже слезу пустили из-за того, что... Просто были рады, что получилось. Ну, мы это сами понимаем, что это... Не факт, чтобы у нас получилось, но... А когда мы увидели, что, в принципе, история хотя бы собирается, хотя бы... Не говоря там о каких-то фишек. Просто собралась история, и мы довольны этому событию. Сложно было, короче говоря. Сложно было... Героев расписывать. Я не могу смотреть кино, честно говоря. Я смотрю, я переживаю. Я знаю просто... Я за каждого героя переживаю. Я знаю, что они там будут испытывать. Ну, для нас это чуть-чуть там больше. Значит. Классно. Ну, все. Благодарю вас. Отличный фильм. Будем ждать вторую часть. Все, вот. Самое главное, я хотел тебя спросить. Ты, ну, как вторая часть... Ты придешь, есть желание просто ее посмотреть? Да, у меня лично, я не знаю, там у других. Я хожу везде, мне нравится то, что что-то делается. Ну, да. Плохо, хорошо, мне нравится, я хожу как вы. Согласен, я тоже согласен, что надо поддерживать, и не надо всегда сразу, вот, я не про себя даже говорю, про людей, кто только пытается вайнами заниматься, любым творчеством, у нас сразу люди. Рубит, так, да. Не так, да, вот так надо, и все, сразу его... Ладно, мы-то уже привыкшие критики, люди, а люди, которые молодые, они вы ломаете их. Как им дальше развиваться, не знаю. Все, отлично. Всем приходите в кино, пожалуйста. И пишите там в комментариях, ну, в Инстаграме мнения, мы почитаем. Разное мнение, интересно. Все, какой-то есть хэштег? Хэштег нет, хэштега нет. Придумайте хэштег. Ну, давай сейчас сразу придумай хэштег. Наверное... Чтобы Манджика, ставить калмык. Комментарий там. Я калмык, и можно комментарий, да? Можно еще, мы думали, вот Манджику, туда, в армию, снимать видео, слова поддержки ему писать, чтобы он читал, ему будет приятно. Ему пишите туда, в его паблик. Да, будет классно. Спасибо, Макс, что пришел. Спасибо. Все.